Давай-ка посмотрим, кто-то живет. Ураган. Это ураган наш. А он опасный? Нет, не опасный. Он не тронет. Познакомься с Тамарой. Ой, какая. Ой, а погладить можно, не укусить? Ну, может, и тебе можно все. Ну, посмотри, сейчас проверим, подожди, нужно знакомиться. Это как изучает. Сейчас. Так, пошел. Ему надо проверить, есть нет кошки. И лишнее это задержать и ликвидировать. Так, тут все нормально у ней. Так, проверить, нет ли кошек. Бабки любят с кошками спать. Интересно. Ну все, смотри. Ой, потянулся. Так, сидеть. Сидеть. Ну, двигаться он хочет. Смотри, немножко. Смотри. Лежать. Стоять. Сидеть. Посмотри, сейчас скажу. Сидеть. Я отойду, чтобы рядом ко мне подойти. Он должен вокруг оббежать и сесть рядом. Рядом. Теперь я пячусь назад, и он пятится. Ну-ка, рядом. Гуляй. Погоди. Стой. Ой, ну пусть спокойно побегай. Мне же не убежал. О, ну что, Одесса, положили-то. Это Одесса. Ну, ну все, Одесса. Понюхай. Ну как? Ураган, ты вот. Мы ложимся отдыхать совершенно спокойно, в лесу или где-то, никого не допустит. Другой, если были, то в Румынии, там цыганята, там собаки лезут. Он как рякнет, все в рассыпной от него. Он в прошлом году поехал. Нынче он должен был в Атлантическом океане покупаться. В прошлом году в Тихом был. Тихо. Ну, погладь, Тамара, погладь его. Погладь, не бойся. Гладь, пока он не смотрит. Боюсь. Погладь. Боюсь. Какой? Миша, это называется щепрак. Восточноевропейская овчарка. Но... А он молодой, да? 3,5. Но... Это самый, ну как мужик 30 лет. Так, успокойся. Все. А его уже покормили? А? Утром уже сегодня дали ему кушать? Да, дали. Так, за вас. Успокойся. Очень ласковый, внимательный пес. Хитрый такой. Жарко ему. Ну, посмотрели? Да. Так, теперь давайте к нам провожать, а к отцу Петру поехали. Да рано еще. Рано еще. А 5 минут до храма ехать. 5 минут. Ну ладно. Что сделать? Отвезти его. Я отведу. А ты...